Всем привет, с вами снова канал Молпи Челси Браун. И сегодня мы будем открывать два киндер-сюрприза с Майкл Пони. И это уже второй выпуск открытия. Вот они, все пять игрушек моих из серии. Вот, к нам опять завезли в магазин Пятерочку новую коробку киндеров. И давайте же распакуем эти два яйца. У них немножко разные звуки. И давайте начнем вот с этого. С упаковкой Twilight Sparkle. Подробнее об упаковке я рассказывала в прошлом видео, также об игрушках, которые мне уже попадались. Давайте его откроем. Так, и первое это у нас серия. Так, интересно, что же там у нас? Так, не трясется, наверное, не знаю. Так, сейчас. Открываем. Я не знаю, что там. И у нас выпала Twilight Sparkle. Twilight Sparkle у меня, конечно, уже есть. Это большое сожаление. Но зато... У меня еще есть повторная Fluttershy. Но зато, наверное, все-таки хорошо, что попалась именно поняшка. Ну вот, Twilight Sparkle. Трудно собрать эту коллекцию. Слишком редко попадаются игрушки. Так. Сейчас поставим вот так вот. Вот такая вот Twilight, как вот та, которая стоит. И вкладыш у нас с My Little Pony Sequestria Girls. Ну, такая вот Twilight, очень милая. Кто еще ее не видел, покажу. С коньколоновым хвостиком на подставочке. И она аллергон у нас. Очень красивая фигурка. И давайте сейчас будем открывать второе яйцо. И я так хочу, чтобы там была еще одна серия. Прям очень сильно. И давайте загадаем, чтобы там обязательно была серия. И давайте смотреть по вкладышу, кого нам не хватает. Нам не хватает Rainbow Dash, Pinkie Pie. А здесь нам не хватает Rainbow Dash. Ну вот, Rainbow, Pinkie, попадитесь мне, пожалуйста, пожалуйста. Давайте сейчас. Ну, хоть бы. Давайте сейчас. О, какое яйцо. Это не серия, к сожалению, я думала, что это серия, но капсула отличается по цвету, это не серия, но хоть бы что-нибудь новенькое. Так, здесь какие-то детальки звучат. И что же это у нас? О, и это у нас собачка с колечком, ура! Мне так нравится эта серия, это моя вторая игрушка из этой серии. О, какая она хорошенькая, давайте разглядим. В общем, это такая коллекция животных с колечками. В общем, у них эти колечки одеваются как украшения. Также их можно надеть себе на палец. В этой коллекции 4 игрушки. И у меня здесь есть вот такая вот белая киска. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот она, белая киска, только без украшения. А еще в героях там немножко другая коллекция. Там только есть 2 киски. Мне недавно был Kinder Joy для девочек. Там, короче, 2 киски. Вот. И такие вот милашки. Они вместе вот так вот смотрятся. Вот эта вот коричневая киска из Joy. Ее в коллекции из Kinder My Little Pony нет. И нам попалась только вот собаченька. Вот собачка мне больше, чем киски, нравится. Она очень милая. И мне кажется, она массивнее по размеру. Так, колечко. Колечко, которое к ней шло, это... Вот такое прозрачное сердечко. Так, давайте попробуем одеть. И, в общем-то, тут на вкладыше нарисовано, что колечко одевается ей на шею. Так, сейчас. Но это, скажем, не совсем так. И тут тоже это нарисовано. Колечко просто красное, прозрачное, со сердечком. Так, но оно... Сейчас. Вот, оно на шею как бы не одевается вообще. Но оно ей велико на шею. Ну, сейчас я попробую еще немножко. Ну, вот как-то оно не одевается и смотрится как бы вот так вот, что не очень красиво. Я еще попробую, в общем, одеть, но колечко само хорошее. Сейчас у этих кисок я колечки сняла. Так, вот одно из них. Они большие, с большим разъемом, подходят на все пальцы, на мои тоже. Но эти колечки, они простенькие довольно, но мне они нравятся. Зато их можно надеть на фигурки. Эта коллекция вообще получилась такая вот, суперская лайк. И мне кажется, ее легко вытрясти. Вот такая вот милашка. Очень легко ее вытрясти, эту коллекцию. Так, ну
И давайте поставим сюда игрушки, которые нам попались. Ну и из новых мне не попался такой вот собачка. Так. Вот. Ну, шоколад у Киндера вкусный, последнее, что я скажу. И если вам нравятся вот такие вот поняшки, то вы можете покупать эти яйца. Поняшек вытрясти не очень сложно. Ну, в общем, это было все видео. Всем пока, с вами была MLP Chelsea Brown. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки под видео и пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!